За всех решать не могу. Но я лично голосую за победу. Убьют ведь. Это минус. Но мы это переживем. Валя, ты знаешь, есть такие вещи, за которые стоит умереть. Я буду орать. И пускай наши на трибунах смотрят, видишь, их можно бить. Вот этих вот, которые высшая раса, суперчеловеки. И пускай все знают, что ничего еще не кончилось. И победа будет за нами. За это и голосую. Ну вот и я до фронта добрался. Коля, а всех расстреляют из запасных? Я согласен. Единогласно. Ну что, Динамо, пойдем попинаем? Порвем их нахрен! Ну, пацаны! Спортивно себя ведет и наносит удар Максу Ремо.
Обер-лейтенант Эрвин указывает на 11-метровый. Коля, давай! Пенальти! Май Вексель! Дай ты, до войны дело-то было, почерк узнаешь? Коля, давай! Да, по сути, это кульминация матча. Коля, не выдай! Спахуха, дорогой! Неси! Бей! Бей, Фрица!